Всем привет! Сейчас, когда похолодало, очень хочется прийти домой, закутаться в теплое одеялко и выпить что-нибудь согревающее и вкусное. Так вот, сегодня готовим с вами согревающий чаек. Для этого нам понадобится любая замороженная ягодка. У меня вишня, можно взять клюкву, можно взять смородину, мандарины, лимон, имбирь, палочка корицы. Ну и, конечно же, чайник и кипяток.